подсоединяем эту железку. Значит, тут все понятно, моменты, да, все как удивительно указано, хайер, железяка. Но момент стал вот здесь. Понятно, что 220, переменка туда-сюда, пофигу, да? Но как-то меня напрягает, когда вот ты смотришь, это 18-й инвертор, здесь нарисовано, допустим, здесь никаких обозначений нет, но здесь нарисовано на колодке первый вот нейтраль, второй фаза. Во внутреннем, в наружке также вот первый нейтраль, второй фаза. И при этом примечание снизу. Для инверторных первая фаза, второй ноль. Ну что за херь-то, а? Ну ё-моё. Ну, производителя бы напрячь вопросом, да? Пойматься можно местами. Фиг его знает, зависит от этого или нет.